себе 6 мумин-стикеров. Они сейчас популярны в ленте, их раздают. Добыли тиктокеры. Я не покупаю их на кассе, я их просто беру за покупку. Ну, покупаем когда. И у меня, знаете, сколько накопилось? Интересно, попадутся ли нам повторки? Давайте проверим. А если новое, это вообще очень круто будет. Может, даже картинки совпадут. Смотрите, на каждом мумин-стикере разные фотки. Видите? Есть с замком, есть как он стоит, мумин-стикер. И есть как он с него. Ну что, попробуем открыть? Я не знаю, есть ли там легендарные какие-то наклейки, татушки. Ну, наверное, есть. Давайте посмотрим, выпадет ли нам удача сегодня. Открываем. Ой, смотрите, какой прикольненький. Эту наклеечку я больше всего люблю. Ну и она для меня иногда даже страшная самая. Вот это такая же. С другой картинкой открываем. Так, что здесь у нас? Это мумин-стикер трубочист такой. Ой, а вот это они, наверное, влюбились и на облаках сидят с замком рядом. Вот это замок, наверное. Здесь мумин-стикер на ведре ржавом стоит. Здесь тоже. Еще у нас есть, как мумин-стикер под снегом отлеживается. Ой, смотрите, нам выпала прям точно такая же наклейка, как и на картинке. Повезло, наверное. Такая же наклейка. Вау. И еще одна татушка. А, наверное, в каждом мумин-стикере с такой же картинкой, наверное, разные такие мумин-стикеры. Одинаковые. То, что нам повторный раз уже выпадают, второй раз те же самые. Так, татушки, они классные. Они, наверное, дороже, круче всех вот этих наклеек. Мне так кажется. Открываем еще. Ой, какой милашка кенгуренок, посмотрите. Так. Вот он, смотрите, какой милашка кенгуренок. Так, это в наклейке пойдет. Вот это наклейка. Ой, с рыболовом. Прикольный гармошек. Типа, наверное, Питера Пэна. Так. И еще одна татушка. Ага. О, прикольный рыболов. Это в наклейке. Еще один мумин-стикер такой. Это тоже наклейки такие. И одна татушка. А, знаете, я вспомнил. В прошлый раз я не снял видео. Но я распаковал уже одну не на глазах у вас. Простите, пожалуйста, от души. У нас есть вот такая наклейка. Она пойдет сюда. И одна татушка. Ставим лайки. А сейчас у нас бонус игра. Смотрите, у нас еще 5 мумин-стикеров. И вот это все собранные мумин-стикеры. Ну, давайте начинать распаковывать их. Так. Вот этот новый. У меня еще такого не было. Держит прям, как будто книгу Gravity Falls, загадочный дневник. Положим их в свою коллекцию. Теперь второй. Так. О, вот, смотрите, вот это тоже 2 новых. Нет, точнее, вот этот новый, он с удочкой идет. А вот этот старый. У нас уже такой с фонариком был. Положим его в коллекцию. И вот этот отдельно. Третий. Вау, нам как-то везет очень. О, смотрите, какая классная фоточка, картиночка. Прикольная женщина маленькая. И вот это классное, тоже новое. У нас еще такой не было. Так. Вот. Четвертый теперь. У нас тут 12-я наклейка. Под номером 12. А, такая уже была. Положим ее в свою коллекцию. Ой, точно такая же. Прям точно такая же упаковка. Кладем. Вот бы нам повезло так сильно, что у нас какая-то легендарная бы наклейка была. Вот я на это надеюсь. Ой, смотрите, здесь мумин-тролль, наверное, пьет чаек или кофеек. Так, такой еще не было. Кладем ее в коллекцию. Ага, вот. Ой, а такая уже была, смотрите, это какой-то Питер Пен. Я его люблю так называть, потому что он прям так похож на Питер Пена. Ну ладно, вот это вся моя коллекция. Скажите, классно? Это был бонус. Не забываем подписываться и ставить лайки. Пока!